Небольшое облегчение для неработающих пенсионеров. С нового года необлагаемый налогом доход в размере 500 евро государство будет учитывать автоматически. Такое решение принял Департамент социального страхования. Изначально было заявлено, что для получения этого минимума необходимо подать соответствующее заявление. Теперь этого делать не надо. Работающие же пенсионеры по-прежнему должны выбрать, каким образом будет учитываться необлагаемый налогом минимум на месте их работы или же в департаменте, который начисляет пенсию. Есть где-то 30 тысяч человек, пенсионеров, у которых в этом году нет социального налога. То есть видно, что они не работают. Мы решили, что мы будем автоматически использовать их минимальный необлагаемый подоходный налог в нашем департаменте, потому что это для людей легче.